Итак, друзья, привет. С вами Валерий, и я хотел бы вам рассказать о гитарной приставке Digitech Death Metal. Педалька не очень дорогая, но несет в себе очень много интересного. Звуки разные, разнообразные можно выкрутить. И название говорит само за себя. Вот. Что самое еще интересное, есть два выхода. Один в комбик, другой в линию, чтобы писаться, либо микшерный пульт, например. Вот. Сейчас хотел бы вам показать несколько примеров. И вход будем использовать именно который в линию, потому что пишем в линию. Окей. Thank you.